Всем привет, это интернет-магазин Фотос, меня зовут Макс, и я нахожусь на стенде компании Trustmaster, в которой здесь куча всяких игровых девайсов, и сейчас представитель компании ERC расскажет нам, что же они представляют на выставке CES 2013. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители. Я рад приветствовать вас на стенде Trustmaster. Меня зовут Виктор. И сейчас я проведу вам краткую экскурсию по данному стенду. Наш стенд разделен на несколько позиций. Первыми мы посмотрим с вами геймпады. Это специальные девайсы для игр. Причем здесь их целых 6. Есть девайсы, которые предназначены для подключения к PS3. Есть модели, которые созданы специально для Xbox по лицензии Xbox. Опять же, здесь не просто так написано, что это Ferrari, есть лицензия на производство именно от Ferrari. Как видите, они абсолютно по-разному выглядят, но каждый из них принесет вам удовольствие при работе с ним. Давайте рассмотрим топовую модель. Эта модель как раз по лицензии Ferrari, предназначена она для работы с Xbox и PC. Как видите, здесь есть 2 триггера, кнопка управления, множество настраиваемых клавиш. Вот. И особенностью этой модели является то, что здесь есть 2 вибромотора, которые передают обратную связь при игровом процессе. Вот. Помимо этого, сюда можно подключить дополнительную гарнитуру. Да, снизу она находится. Вот. Тогда закончим с геймпадами, перейдем к рулям. Я думаю, что каждый гонщик должен в жизни попробовать работать на руле. Опять же, пройдемся по топовым моделям. Сейчас здесь представлена реплика, можно сказать, копия руля Ferrari Scuderia 430 с педальным блоком, с металлическими педалями и металлическими рулевыми переключателями. Это точная копия руля, то есть руль в 430-й Scuderia выглядит точно так же. И благодаря данному устройству можно почувствовать себя водителем настоящего Ferrari. Вот. Также вы можете видеть, что у нас идет презентация World of Warplanes. Здесь размещен специальный джойстик для того, чтобы вы ощутили себя пилотом. Сейчас представлено их 3 на нашем стенде. Можно пройти, посмотреть тоже, что есть. Сейчас вы можете видеть Trustmaster T-Flight HOTAS X, который является легендой для любителей симуляторов, авиасимуляторов. Почему это легенда? По той причине, что помимо джойстика, здесь есть также дополнительно рукоятка, которая позволит вам не пользоваться клавиатурой и полностью все манипуляции в таком симуляторе, к примеру, как IL-2, производить с помощью данного девайса. Он соединяется, да? Да, конечно, он состоит из 2 частей, просто некоторым людям удобно, когда он находится рядом. Некоторые, там есть специальное крепление винтовое для более устойчивой работы. Либо же вы можете их разъединить. Можете самостоятельно попробовать, как все это работает в действии. Мне кажется, довольно удобно. Да, кстати, удобно и... Прикольно, в общем, это все делается, честно. Полностью согласен. Дело в том, что все продукты ориентированы на потребителя, и максимальное удовольствие от работы с ними говорит об имидже именно этой компании. А сколько стоит, например, такое? Вот, я думаю, это самый топовый. Ориентировочная стоимость данного девайса не очень высокая. Она ориентирована примерно на 450 гривен. Согласен, полностью не очень высокая цена, но, само собой, цена зависит от источника, где вы ее приобретаете. Понятно. А эти рулики? Эти рули немножко попроще, это бюджетный сегмент рулей. Из преимуществ это, опять же, качественные материалы, хорошее качество сборки. Они идут без педалей, но ощутить себя гонщиком тоже вы сможете. Огромное спасибо, это был стенд Trustmaster, где представлены игровые геймпады, рули и джойстики для флай-симуляторов. Они довольно качественные и, кстати, не очень дорогие, что очень радует. Это был интернет-магазин Photos.ua, меня зовут Максим, и мы продолжаем смотреть на новинки, которые выставляются на выставке CES 2013 Киев Экспо Плаза.